Ну что ж, друзья, вот то самое время, тот самый момент, когда мы готовы выявить победителя и вручить подарок от нас, нашего партнера, магазина «Велоспортмастер», велосипед очередной. На протяжении месяца радио «Зефир FM» искала счастливчика, который получит долгожданный байк. Условие простое – быть на волне 95.4 FM. Большой летний велосет на «Зефир FM» закончился. Сегодня 30 августа, завтра 31. Закончился он не только потому, что закончились велосипеды, закончилось само лето. Но наступает сентябрь, осенью тоже будут много розыгрышей. Не исключено, что это будет также велосипед. Участие, кстати, люди принимают в розыгрыше активно. Весь август с 12 до 2 диджеи самого сладкого радио страны задавали горожанам различные вопросы. И вот в последний рабочий день лета Вадим Киреев вместе с заведующим отдела телеинформации Николаем Силковым в прямом эфире провели розыгрыш с помощью генератора случайных чисел. Камеры – доказательство справедливости и неподкупности конкурса. Вбиваем 129 в наш генератор и генерируем число 100. Число 100. Среди 129 участников счастливым обладателем велосипеда стал постоянный слушатель «Зефир FM» Владимир Батищев. Поздравляем вас с победой. Ваш заслуженный приз от «Зефир FM» и магазина «Велоспортмастер». Спасибо. Мужчина признался, в розыгрыше вместе с женой и дочкой они участвовали с июня, однако удача улыбнулась именно сегодня. Во время звонка из студии Владимир Батищев находился на работе на стадионе имени Прокопенко. Сразу даже не поверил. Если бы вы были на стадионе, вы бы увидели, вернее, услышали эти эмоции. Они, наверное, были слышны в 6-м микрорайоне. На новеньком велосипеде, по признанию Владимира, будет кататься его супруга. И чтобы точно убедиться в надежности байка, мужчина устроил тест-драйв. Летний велосет от самого сладкого радио страны завершился, но на этом розыгрыши не заканчиваются. Ну, конечно, будет дальнейшее сотрудничество, я думаю, будут еще подарки. Пока ничего не буду говорить, это сюрприз. Не буду раскрывать все карты, но все обязательно будет. Я думаю, что в ближайшее время все радиослушатели и, может быть, даже телезрители, да, об этом узнают уже. Но если вы не выиграли байк этим летом, у вас есть шансы порадовать себя осенью. И от вас требуется самая малость – оставаться на волне «Зефир FM» и принимать активное участие в новых розыгрышах. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.